Всем привет! Приехал я вот на такое интересное озерцо. Ни разу я здесь не рыбачил. Вообще от слова. И вот мне тут сказали, что в этой канителе водится такая зверская рыба, как ротан. Ротана я тоже ни разу в жизни не ловил. Поэтому вот будет какая-то сегодня такая рыбалка. Вон толпа карасей поверху ходит, отсюда вижу. Вон в тех кустах. Ну и карасик тут есть. Ну попробуем. Насмотрелся вчера роликов всяких интересных, как ротана ловить. Сейчас возьму тропару, буду пробовать. Вот тут какие рыбешки играют, мелочь пузатая. Ну, может, кто-нибудь доклюнет, что-то знает. Поглядим, по берегу здесь похожу, посмотрю. Время пока есть. Пробуем. Взял вот мотыля от Беркли. Сейчас насажу его методом веки. И тут пошарюсь по кустам. Может, что-нибудь вдруг. Мормышечка у меня мелкая. Карасевая. Ну, блин. Кидать, говорят, ну такой монтажик. Кидать, говорят, далеко не надо. Он здесь где-то весь в траве торчит. Не знаю, не знаю. Ну, по идее, по фэншуям-то вроде самое ротанное место. Камышики, трава тут около берега. Вон мальки какие-то вообще малюсенькие-малюсенькие плавают. О! Это была поклевка. И кто-то там клюнул. Только я не понял, кто это был. Ага. Кого-то я поймал. Кого я поймал? Блин, я поймал карася. Не надо мне карася. Не надо ротана. Карась на веке с мотылем от Беркли. Слушай, если тут такие караси, то... Вон там он надо, наверное, его искать. По тому берегу, вон там буераки такие, коряги. Там поди весь стоит. Ага, придержка была сюда. Может, его и нету тут этого ротана. Уже поставил живого опарыша. Смотрю здесь сколько удочки хва. Ага, ротан, блин. А хоть сфотать, что ли? Ты ж не поверишь, что на рыбалке был. Я уже обрадовался, думаю, ротан! Хрен там. Карасямба. Ну, что-то мне говорит, что там говорит, карасики, говорит, сикарашистые клюют. Ну. Не, баловство это. Туда хотел пройти, там болотина какая-то. Сейчас в ту сторону еще где начинал ловить, кинул раз несколько. Да и поеду, кофе попью. Ох ты, сошел, блин! Карасища сошел. Все. Таких карасишек. Да не, у нас сейчас, наверное, таких мелких-то и нету. Так, что-то не то, что-то не так. Может, поздно, может, рано. Не, сюда надо приезжать так на целый день конкретно. И
искать места по всему берегу. Хотел коряги туда, потом болотина какая-то. У меня сапог нету. И брать лодку и по тем корячникам в отвес искать его. Ну, рыбачит вот на червяков он. Ага, здесь сразу клюнул. О-о-о, карась крупняк. Такой карасик-то золотой. Вот. Ну, ни окуня, ни щуки-то не знаю, не слышал, что здесь ловили. Ну, хотя, кто его знает, может и есть. Где-нибудь там по корячникам стоит. Солнышко спряталось за тучки, может, карапа вылетала. О, дернул. Дернул и бросил. Уж это вот он так вверх, дук, и все. Карася бы местный так клюет. Вот в таких полях еду. Медведей бы не нарваться на какого. Сожрет и фамилию не спросит. Ну, посмотрим, чем родная деревня порадует. Ротанов тут, конечно, нету. Так, карасишки, окунюшки, щучки. Не знаю, может, с херобункой приехать. Я на херобун-то нормально так и не ловил в этом году еще. Все бабушки да бабушки. Что, здесь рыбы нет? Кто-то пытался стукнуть. И все, и бросил. Ага. Кого-то поймал. О! Местный карась, вот карась. Нормально, да? Это какие-то не местные, а какие-то мелочи пузатые. Ага. Засыпшие. Да, зацеп. Все, оторвался. Или не оторвался. Крючок сломал. Ладно, не буду париться, уже жарища такая стоит. Поеду нафиг домой, сейчас уже, блин, задолбала. Такая рыбалка. С ротанами не сошлось. Можно было, в принципе, тут еще походить. Не знаю, вечером лучше поеду. Может, или этот ролик добавлю, или новый получится снять. Посмотрим. Ладно, всем пока.